А мужик, купец и воин, попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перебою, а кто с дуру в чащу лез. По причине попадали, без причины ли, только всех их видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть. Из Заморского и с лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом. Страшно, аж жуть.